В связи с чемпионатом мира в городах, которые принимают соревнования рядом со стадионом, меняется движение транспорта. В Москве, в частности, перекрыт ряд улиц в районе Лужников. Ограничения также будут рядом со стадионом «Спартак» и на Воробьевых горах, где организована фан-зона для болельщиков. Чтобы не нервничать в пробках и не опоздать на матч, болельщикам лучше воспользоваться общественным транспортом. Всю информацию о его работе и перекрытии улиц можно посмотреть на сайте transport.mos.ru и портале столичного центра организации дорожного движения. Организаторы советуют приезжать на игры заранее, пройти на стадион можно как минимум за несколько часов до начала. И главное, не забыть паспорт болельщика. Фан-ID его необходимо предъявить на входе вместе с билетом. Итак, до старта грандиозного праздника чемпионата мира по футболу осталось чуть больше суток. Матч открытия. Россия-Саудовская Аравия. Первый канал покажет в прямом эфире. Трансляция из Лужников в 17:30. Эту и все, без исключения, игры можно будет увидеть и на сайте нашего канала 1tv.ru.